Добрый день. Хотим познакомить вас с новинками этой недели. У нас вышло их очень много ярких летних классных новинок. Разделим, наверное, наш обзор на несколько частей и начнем с платьев. Хочу начать с такой новинки. Летнее платье, укороченное, очень комфортное, очень приятное к телу ткань. Будет идеально для дома, для отпуска, для летней прогулки. Очень советую вам присмотреться к ней. Будет несколько цветов. Очень комфортный запах у модели, очень удобно. Резиночка идет под грудью, не на талии, а под грудью, то есть прикрыто все, что нужно. Рукавчик вот такой красивый, летящий, тоже свободненький. Будет очень комфортно, ничего никуда не упирается, не давит, не жмет. Очень здоровская базовая модель. Еще одна летняя модель. Вы очень часто просите у нас укороченные платья. Вот такая интересная, классная модель из штапеля. Ткань приятная, натуральная. Там есть подкладка. Вот, все хорошо, ничего не будет просвечивать. Вот, поясочек, запах. Вот, очень классный рукав, здесь пуговки. Очень красивая, классная модель на лето. Есть две расцветки. Прям советую обратить внимание. Еще одна модель платьев – это сарафан. Пол очень красивый, уже снимали его на улице, показывали вам, хочу показать просто несколько фишек. По спинке сарафан застегивается на пуговки, тоже сейчас поближе покажем. Есть две петельки специальные прорезанные, повыше, пониже, чтобы вам было комфортно. Хотите посильнее открыть спинку, застегнете пониже, либо повыше. Как прямо делать, так и крест-накрест. Очень классная модель, интересная, то есть можно вот так по спинке сделать. Тоже будет очень красиво. Еще одна новая модель, очень яркий сарафан в пол с классным крупным принтом. Цвет такой очень красивый, зеленый, хороший, оливковый, я бы сказала. Очень красивые крупные цветы. Есть в комплекте поясочек, можно подчеркнуть талию. Модель базовая, ткань плательная, в составе полиэстер, ткань не мнется, очень легко при стирке, при утюжке, ну, в эксплуатации прям, конечно, легкая. Можно кинуть в чемодан и приехать, и оно будет как будто бы только с вешалки. Вот так этот сарафан выглядит на модели. Сейчас мы подчеркнем талию пояском. Еще одна модель – это сарафан из штапеля, талия на кулиске. Можно сделать посвободнее, можно затянуть, можно прям подчеркнуть талию. Вот хорошая модель, шьем уже не первый год, в разных расцветках. Это вот я взяла просто такой фиолетовый. Вот красивый, с белым, с черным. Интересная, хорошая модель для базового летнего гардероба. Модель мой фаворит этого лета. Мне очень нравятся эти костюмы. Мы сделали их в кружеве, в шифоне. Есть несколько цветов. Черный, очень красивый. Есть сине-белые варианты. И есть вот такой белый из кружева. Шикарная модель. Хочу прям показать вам поближе. Вот такая блуза на запахе из кружева. Перед дублирован. Ничего не будет видно. Можно носить, в принципе, как костюм в городе. То есть не обязательно это что-то пляжная какая-то история. Это просто костюмчик очень красивый. Спинка кружевная открытая. Перед продублирован, можно носить с лифом, либо без лифа. Вот такие веревочки. В комплекте еще вот такие брючки идут кружевные, здесь шикарные разрезы. Также есть подклад шортиками, поэтому ничего будет не видно, все будет комфортно, красиво. Вот шикарные, свободные для жаркого лета, для пляжа, для какой-то вечеринки будет очень-очень красиво.